Синоптики говорят, что лето в этом году в Центральной России, скорее всего, не наступит, и, может быть, по этой самой причине нижегородские девелоперы к июлю снизили цены на новостройки в черте города. Так, средняя стоимость квадратного метра в данном сегменте недвижимости по итогам июня составила 62 тысячи рублей, сократившись почти на 2 тысячи по сравнению с маем. Наибольшее снижение стоимости квадрата наблюдалось в Советском, Автозаводском и Ленинском районах. Повышение цены отмечено только в Московском районе, а самая низкая стоимость квадратного метра зафиксирована в Канавине. Здесь за единицу площади просили в среднем около 57 тысяч рублей. На рынке готового жилья Нижнего Новгорода по итогам первого летнего месяца также наблюдалось снижение цены предложения. Квадратный метр в среднем подешевел почти на 500 рублей по сравнению с маем и составил 59 800 рублей. Снижение стоимости квадрата затронуло все территориальные городские образования. Наиболее ощутимым оно было в Канавинском, Ленинском и Советском районах. Самое дешевое предложение зафиксировано в Сорме. Здесь за единицу площади просили в среднем чуть более 53 тысяч рублей. Самое дешевое предложение зафиксировано в Сормове. Здесь за единицу площади просили в среднем чуть более 53 тысяч рублей.